Слушайте, мальчик, мне нужен адрес одного пассажира. Понимаете, он здесь оставил свою собаку. Она по нему очень грустит. Я хочу написать ему письмо, чтобы он приехал за ней. Уважаемый Игорь Петрович, она будет ждать до последнего, потому что вы для нее семья. Слава, что с тобой происходит, а? Сын меня Свердловск забирал. У тебя сын есть? Теперь есть. Не бойся меня. Все-таки выбрала она тебя. Никого к себе не подпускает, а тебя подпустила. Я тебе что сказала сделать с этой собакой? Выпустите ее, ей здесь плохо! Вообще, кто такой? Хоть раз приезжали ко мне, навещали меня! Скучаешь по ним? Я тоже скучаю. Мы будем ее искать. Объявление развесим. Никуда она не денется. Главное, не отчаиваться. Ну что, полетели? От винта. Зря я тебя дурой назвал. Не прав.